Вопросы газификации Верхней Волжи обсудили на совещании, которое состоялось в Твери. В разговоре приняли участие губернатор Игорь Руденя, вице-премьер Александр Новак, члены регионального правительства, а также руководство газоснабжающих организаций. Еще в 2017 году в Тверской области впервые была принята единая программа газификации региона. В результате построено свыше 535 километров сетей. На голубое топливо переведено более 32 тысяч домовладений и квартир. В ходе совещания Александр Новак подчеркнул значимость газификации Верхней Волжи и выразил уверенность, что регион успешно выполнит поручение президента страны. Первое поручение – ускорение газификации наших регионов. До 2024 года, до 2030 года поставлены сроки, соответственно. Второе важное поручение, которое прозвучало в послании президента, касающееся подключения домовладений. В 2020 году Тверская область в числе первых субъектов России подписала с «Газпромом» пятилетнюю региональную программу развития газоснабжения и газификации. Общий объем финансирования составляет 23,5 миллиарда рублей. Голубое топливо поступит в более чем 28 тысяч домовладений. Нам необходимо построить более 1100 километров газовых сетей и более 150 километров газопроводов-отводов. Это очень большая цифра, которую необходимо реализовать, поэтому со своей стороны регион полностью готов к этой работе. Финансирование, софинансирование по данному проекту у нас заложено. В первую очередь газифицируют северо-восточные и юго-западные территории. Нелидовский городской округ, Западно-Двинский, Оленинский, Молоковский, Весьегонский, Сандовский и Краснохолмский муниципальные округа, а также Торопецкий, Бельский и Жарковский районы. Работы уже начались в нынешнем году. Всего за 5 лет в Тверской области планируется повысить уровень газификации до 76%.